Мак-завтрак. Это как с яйцом. А вот кемпинг у нас 2000. Привет. Привет, Валер. Знакомьтесь, это доктор Зай. Валер, здрасте. Максим. Здрасте, Валер. Я тебя хотел познакомить с нашим, кто сделал груз. А, да. Да? Да. Отлично. Вот он сейчас ушел, а он ушел с Радишевского. Да вот Саню тоже я не видел еще пока. Я тут пока это брожу, по своим хожу. Все так делают. Да. Все. Пойдем еще в гости. Пойдем все вместе, И нас будет прям совсем уже много. Да, мы совсем. Здорово. Здравствуйте, коллега. Привет. Сегодня Володю я нашел уже. Да? И Володю нашел. Да, да. И что тут еще Сталинград где-то ходит и нормально так. Он там в очереди за твинами стоял, покрутить. Да? Так, мне это надо, блин, заснять на видео. А то мне... Этот человек сказал, что у тебя бесплатная раздача твинов сегодня. Ну, забирайте хоть все. Вот. Я же говорю, чистой души человек. Вот. А там эти, еще удочки эти, новые, вот эти, 2020-е, которые... Да, к ним очередь по записи. Да? А то у меня народ спрашивает, как они. Нет, классно. Ну, говорю, как они, хрен его знает, как они. Неуловимый доктор Зай. Ну, почему неуловимый? Не, на один день, мы одним днем. Мы вот сегодня приехали с утра, к вечеру домой поедем. На эволюшн не разоришься кататься. Здорово. Привет, он говорит, я, говорит, сейчас друга, говорит, приведу. Пойдем на шпалки посмотришь. Новая джиговая серия. Новая джиговая. Джиггернаут. Так. Классные палки, сухие, звонкие, посылистые. Ну, оно идет как Вива, да, идет? Да, да, как да, Вива. Да. Довольно такие конусные палки. Ну, интересно. А что, почем она будет? В районе 6000 рублей будет. Прикольная. Отличный вариант. 7,6 до 24. А это до 28, да? Да, восьмерка. Вот восьмерочка до 28 у нас. Вот такой универсал. И лодка, и берег до 28. А, кстати, злая, блин. Вот, кстати, советую посмотреть, обратите внимание на эту палочку. Кайман Джиггер Наут, как-то он называться будет. В данной ситуации у меня в руках восьмерка до 28. Очень интересная палка, то есть вот я считаю, как универсал такой джигово-твичевый, прям будет великолепно, зайдет. Обратите внимание вот на эту палочку, когда она будет в продаже. И еще давай посмотрим что-нибудь ядреное. До 56, до 70, давай глянем. 2,53, до 56. Блин, зверь! Кстати, легкая достаточно, абсолютно легкая палка. А это до 70? Да, это до 70. Все то же самое, но до 70. Слушай, вообще бомба. То есть вот реально обратите на эту серию внимание. Прям даже очень интересно. Вот они все тесты. Длинные тесты, все указаны. Но лайтов нету в этой серии. Как обещал, добрался до Crazy Fish. Сейчас посмотрим. Ну вот как раз хотел бы спросить, что вы думаете по поводу вот этой палочки? Ну это перфект. Да. 7,9, ну да. Какая-то. Да, кстати, интересно. Это что за ценник? А, по делу, медалю. Попросил товарищ конкретно Crazy Fish из Беларуси, из Гомеля. А, конкретно этот, да? Да. Палка хорошая, так вот так она, в принципе, прикольная. Конкретно эту. Вот ну, это. Если человек тебе попросил конкретно эту. Потрусил, мне понравилось. Нет, ну вполне нормально. Можно, не спорю. Нет, не завернуть. Вот так вот потрусили, и человек взял. Хорошо пошло. Да. Классная кофтенка. Не знаю, что сказать про Crazy Fish. Вот футболки, одежда у них вообще классная, мне нравится. Обещал на стенд Savage Gear зайти, но сейчас как раз случайно попал, сейчас посмотрим. Во, чем мне надо ловить. Сколько же она весит, интересно. О, 98 грамм. У меня такой палки нету. Хо-хо. Гляньте, что творится. Какая рыба. Ну, оно реально тяжеленное вообще. Кстати, интересный вариант оснастки. Грузило, а здесь тройник. Интересный вариант. Вот они, монтажи от Savage Gear. Вот, кстати, между прочим, очень круто. То есть, чем самому изобретать, вот их надо-то, господи, 2-3 иметь, и все. И в кои-то веки у кого-то есть офсеты 12.0 с подгрузкой. Ух,
бомба. Класс. Как я понял, под эти рыбы здесь и палки продаются. Сейчас посмотрим. Да. А сколько же вот ценники? В районе 9000. В районе 9000? Угу. Прям самый под эту рыбу. Это у нас 8,6. До скольки? Это... А, до 90? Это до 90. Но здесь есть и мощные. Но ручки прям у всех длинные. Вот и вот этот строй такой, который будет прям пулять эту... Он будет прогружаться. Но я и говорю, что строй сделан такой, чтобы кидать. Я просто часто ловлю крупной резиной, такой тоже большой. Поэтому и задумался себе просто вот что-то... 350. Ой, но это, конечно, уже, да, это уже слишком, конечно. Вот и палки под тяжелый джиг. Сейчас на Днепросвинец зайдем, посмотрим, что у них интересно. Вы видели у меня, я тестировал их. И приманочки. Очень мне их понравились. Резина и свинец понравился очень. Давайте будем еще раз смотреть. Вы здесь в России, почему? Нужны те? Не, а более размера 50. Вот эти мне очень понравились. Вот эти вот. Просто в чем прикол этих эксцентриков? Что они спереди уже, сзади шире. И если их поменять ушко местами и поставить рыбу, то она и начинает играть совершенно по-другому. И так, и ставит, да, в зависимости, да, какую игру вы хотите получить. Она идет более упористо, а потоком воды ее просто вот так вот начинает колбасить. Особенно то есть, на пассивных приманках. Да, да, хорошо. Да, именно для пассивных приманок вот эта тема очень хороша. Ну вот очень удачная моделька. Проходимец. И вот эта вот тема очень мне нравится. Tokyo Rig, кстати, рекомендую. Ну вот с этими закрутками, честно говоря, я вот это сам. Очень популярная тема, и ввиду этого мы еще разработали скрепочку, мы ее сами производим. Вот, и любой разборный грузик вы можете сделать. А, вот в чем тема, я понял. Да, то есть здесь, да, у нас сразу есть скрепка для любого груза. Все, я понял. Чебурашка, эксцентрик, пуля. Все может быть как обычный разборный грузик. Вот мы образцы пули сделали. Такой двухцветный, называется огненный виолет. Да, вот это отличный очень, цвет. Очень это прям очень хороший, да, цвет. Пожалуйста. Спасибо большое, спасибо. Разжился подарочками. Тут, кстати, для джигрига очень классные грузила. Пойдем дальше. Это что у нас? Ну, хрен говорить, когда не хрен говорить-то, да. Ну, вообще класс. 220 грамм, то есть он легче предыдущего на 25 грамм получается. Все, я разрыдаюсь сейчас. 4000. О, это выше моих сил. Есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Это круто. Ну и ценничек, сороковочка, 39400, ребятки. Что, Дима, тебе тоже нравится? Конечно. Как такое может не понравиться, Валер? Покажите мне этого человека. Это лучше, чем секс? Намного. Да? Хорошо. Спасибо. Да, ребята, как тяжело быть пожилым. В нашем возрасте хорошая катушка лучше, чем секс. Знаешь, чем у них хорошо? У них тело очень плотное. Довольно плотное. Она хорошо на крючке сидит. Так она и воздух будет цеплять. Особенно, особенно вот нарвал. Вот прям нарвал. У них прям вот есть модели, они у меня очень часто в видео присутствуют, где я прям специально ловлю ими, потому что они очень плотно сидят на крючке. Они для дальнего заброса. Хороши. Не-не, ну вот даже попробуй тело резины само по себе. Такое. Хорошая резина. А это у нас T-Pro Bait Force. Может быть, это мне надо? О, до 60. Ну да. Ядреная Терминатор. Так вот и гуляем пока. Дай его. Смотрим. Ударить можно, ролики приятные. Спасибо, посмотреть. Спасибо. Приятно даже посмотреть. Спасибо. Тема. Тема.
Рабочая приманка хорошая. Может, напополам одну? Расцепим сейчас. Да что, можно, в принципе. Ну, вот это хороший цвет. А это? Ну, вот я бы лучше вот этот, наверное. Так я и не встретился с Сашей Афониным. Где-то он тут бегает, на телефон не отвечает. Договаривались вроде бы. Ну, что сделаешь? Всех остальных повидал, со всеми пообщался. Ну что, Дмитрий, каково ваше впечатление от выставки? Очень хорошая. Очень хорошая? Выставка полноценная, много людей, много новых снастей. Есть и старые вещи, которые уже трудно в магазинах найти. В целом впечатление очень благоприятное. Все пока что было отлично. Просто на самом деле, вот я, честно говоря, уже устал вот с 10 утра пешком ходить. Вот тут сейчас уже сколько? Три? Три часа дня. Вот, честно говоря, я уже, честно, подустал ходить туда-сюда в такой суете. Но зато этого Валуева видели. Валуева видели. Он реально очень большой. Он просто, он даже нереально очень большой. Вот. Так что вот так. Ну, поехали мы сейчас в сторону Макдональдса. Вперед. Вы знаете, что такое русские дни в Макдональдсе? Это когда каждый приходит со своей едой. Можно порезать приготовленный заранее бутерброд. Что-то там вот заткнутое пробочкой. Это у нас сегодня массовая встреча с подписчиками. Видите, что накупил? А? Да, ну вот это вообще жара. Просто жара. У нас тут есть тестовый шнур от Каймана. Вернее, это Риоби. Риоби. А то я сказал Каймана, Риоби. Шнур 0,6. И восьмижилка. 0,6 восьмижилка. Сейчас мы сравним 0,6 Кайман восьмижилку с восьмижилкой от Аяши полторашки. Абсолютно одно и то же. Вот я просто к тому говорю, что просто цвет другой. Он тоньше, чем полторашка от Аяши. Ну, в общем, все, стартуем мы домой. А за сим, как говорится, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите гневные комментарии, задавайте вопросы. Пока. Господа, вы получили удовольствие от выставки? Руханского я.